Привет! Сегодня я рисую белочку черным и белым акрилом на тонированной бумаге. Я заранее нарисовала набросок и теперь отмечаю самые светлые места на белочке. Затем перехожу к темным деталям. К глазкам, носику, ушкам, лапкам. Рисую темные складочки на шерсти. И затем прорисовываю все остальное. Далее я продолжаю рисовать, чередуя светлые и темные оттенки и добавляю их там, где необходимо, для создания объема. Перехожу к фону и закрашиваю окно темной краской. Я кладу краску достаточно жидко, поэтому прохожусь дважды. Затем работаю над всем остальным, начинаю красить раму и листики. Элементы на фоне стараюсь не прорабатывать слишком тщательно, чтобы не отвлекали внимание. Раму крашу сухой кистью и рисую прожилки на листочках. В конце добавляю детали черным карандашом. В основном это волоски на шерсти, детали на листочках и трещинки на раме. Рисунок готов. Спасибо за просмотр!